Хочу вам показать, как я стряпаю блины. Добрый вечер. Соскучились, нет? Еще такого я вам не показывала. Привет, мои красоточки. Привет. Добрый. Показываю, как стряпаю блины. Итак, делитесь своими рецептами. Хотите, я свой рецепт покажу? Расскажу, вернее. Да. Всем привет. Привет. Я у себя дома. Стряпаю блины. Всем привет. С первым меня днем отпуска. Ха, привет. Итак, домашние блины на моей любимой сковородке. Посмотрите, какие они у меня. Ух! А какой запах? В общем, завела 2,5 литра. От кастрюли осталось совсем чуть-чуть, семья-то большая, помахать пока не могу. Итак, мои ласточки, смотрите, как я виртуозно. Ух, все, готово. Так, тут у меня масло. Хотим рецепт? Ой, расскажу. Тут у меня масло, сейчас покажу. Тут, видите, я, конечно, ногой не могу. Сливочное масло. Раскалила. Вот оно, посмотрите, какие у меня блинчики. Видно? Вот так вот. Сейчас вот так вот покажу, да, помахать. Привет. Значит, вот она моя сковородочка. Для тех, кто опоздал, подключился, показываю, как стряпаю домашние блинчики. Всех уже накормила. Всех хотим? Ну, на чай вообще без вопросов. Есть масло. Сливочная, есть сметанка, есть сгущенка, есть блины. Завела, еще раз показываю, 2,5-3 литра блинов. Вот, да. Вот такой вот у меня блинчик, видно? Вот такой у меня блинчик, вот он. Вот сейчас я его так вот, упсики, и сняла. А сейчас вот так. Значит, рецепт очень прост. Вот, значит, берете, я завожу, когда на большое количество людей, я завожу на, сейчас, секунду, подождите, стараюсь успеть же тут, привет, завожу так, то есть, вот, допустим, когда, сейчас у нас здесь 6 человек, 7-й Вадим Вячеславович сейчас на работе, вот, то есть, я завожу, беру яйца, я стараюсь заводить, чтобы они были у меня плотненькие. То есть 4-5 яиц я беру. Да, я не успеваю тут махать. Вот она я, если что. Еду. А, давайте со сгущеночкой. Я уже наелась. Всех накормила. Плоской. Похудеть. А тут еще и такое. Вообще, реально, блины просто бомба. Так вот, значит, когда завожу на большое количество людей, я беру 4-5 яиц. Минимум литр молока, но потом я молоко еще доливаю. Я всегда все это делаю на блендере. Соль, сахар по вкусу, кто как любит. Я не люблю сладкие блины, совсем они, чтобы были пресные такие, не ощущался сахар, не очень люблю. Вот, пожалуйста, вот, видно? Все. Вот, всегда маслице у меня... Смазываю блинчики маслицем. Тут у меня всегда щетки вообще. Вот такие вот всякие штучки люблю страшно. Страшно люблю. Вот. Поэтому все это на блендере смешиваю. Масло сюда кладу подсолнечное. Опять же, все на блендере. Ну и мука. Я завожу сначала такое делаю как бы подготовительный. Так, кто там у нас? Привет. Всем привет. Я вот так отойду. Привет. Я уже заканчиваю. Вот. Все это смешиваю, а потом доливаю чуть-чуть еще молочка. Молочка. И иногда, крайне редко, доливаю кипяченую водичку. Но иногда доливаю. Вот. И они мне получаются такие, как бы, с ноздринкой. Они такие вкусные. Вы даже не представляете, честно. Вот я сейчас сяду. Всех накормила своих. В общем, вот все, что осталось.
Только еще вот мамусик где-то в дороге едет. Остались я да мама моя. Остальные все уже накормлены. Мужчинки мои. Вот, все, то есть получается, ну вот какую консистенцию, видно, нет, вот такая вот консистенция у меня, вот смотрите, видите, то есть ни жидкая, ни густая, я люблю именно так работать. Все, сковородка моя любимая, я не знаю, сколько ей уже лет, я никогда сковородки не смазываю, никогда, вот, я имею маслом, вот, а вот блинчики я всегда смазываю. Всегда. Сейчас я вам покажу, какой блин. Чувствуете, нет, как пахнет? Так, ну кто уже в дороге? Все есть, сгущенка, сметана, что хотите. Варенье есть, желе из смородины. Вот, посмотрите, какие они у меня. Ой, обалденно. Обалденно, вот такие вот блинчики. Такие вот блинчики. Сейчас буду снимать. Вот, покажу вам. Видно, нет. Тут я сегодня при помощи своей селфи-палки на треноге. Пупсики. Посмотрите, посмотрите, какая. Чувствуете, как пахнет. А слышите, как журчит? Вот такой вот блинчик. Гладусик тут. Уже кто наелся блинов-то? Дайте хоть знать, понравились. Выезжаем. Давайте. Так что пишите свои рецепты, кто как, поделитесь, может быть, у кого-то есть какие-то такие свои очень эксклюзивные блинчики, как вы готовите. Вон Викусик уже, смотрю, племяшка моя, тоже наелась блинчиков. Наелись, все поднялись. Да, на даче отдыхаем. В общем, целую, люблю. Всегда ваш. Поживю. Я у себя дома на кухне. Что? Такие горячие, ловко. А вот в этом весь, да, в этом весь и, как говорится, прикол, чтобы снять, не разорвать, и они остались целыми, и ты не обжегся. Вот видите, как у меня, еще раз, пузырится. Видно? Вот я такие люблю. А ваш рецепт какой? А я только что его рассказывала. Если хотите, эфир сохраню, послушайте там рецептик. Вот, могу просто как вести по видео. Так что, упс, видно? Вот так.